Много традиций у праздника Победы, но каждый год появляются новые. Сегодня городской округ Щелково впервые принимает участие во всероссийской акции «Сирень Победы». Она проходит на набережной Юности. В эколого-патриотической акции приняли участие глава городского округа Андрей Булгаков, депутат Мособлдумы Николай Черкасов, депутат местного совета Григор Агикян, а также настоящие герои Великой Отечественной, ветераны-фронтовики. Воздушный стрелок-радист Петр Византийский и Иван Пустынников, разведчик 182-го гвардейского минометного полка. С наступающим Днем Победы! Я хочу вас всех поздравить с самым великим для нашей страны праздником. И сегодняшнее мероприятие «Сирень Победы» мы отдаем должное для людей, тех, которые сделали нашу страну свободной. Сегодняшняя акция, сегодняшняя посадка сирени – это символ жизни, которую спасли и принесли нам наши ветераны, которые победили коричневую чуму и освободили мир от фашистской нечисти. А ветераны обратились с напутствием к молодежи. Активистам движения «Юнармия», «Молодая гвардия Единой России», «Волонтеры Победы». Для них это самое важное – достучаться до сердец тех, кто знает о войне только по книгам и фильмам. Чтобы вы посмотрели на нас и поняли, что нужно, защищая Родину, иметь здоровье, иметь крепость, иметь дух, имейте бесстрашие. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего, вырасти добрыми, честными, порядочными людьми. Акция «Сирень Победы» – это тоже свидетельство того, что мы неравнодушны к своей истории, благодарны за мир, который завоевали деды и прадеды, и помним всех, кто отдал жизнь за победу. Почему именно сирень высаживают в эти майские дни? Да потому что это настоящий цветущий символ Великой Победы. Весной 45-го сирень цвела на улицах городов и деревень, и букетами сирени встречали советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой. Это был тогда самый популярный цветок, и очень красивый, согласитесь. Несколько саженцев сирени высадили на набережной Юности, а также она украсит собой парк военной техники у торгового центра «Кэмп». Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.